Всем привет, с вами Прием. Сегодня мы вновь вскрываем сундуки. Надеемся на полезный лут. Надеемся на какие-нибудь релики, чтобы в дальнейшем прокачать их, как вариант, в Тигеле. Да, надеемся, верим, ждем. Угу. Поехали, начну с ДК, потом Воин, потом Паладин и потом Друид. Сегодня решил такую последовательность для себя выбрать. Начинаем. На ДК я закрывал 17-й ключик, мне падает шейка, 945-я, которая весьма неплохо зайдет на ДК, да. По-моему, это шейка с престола Триумвирата, с нового инста, который уже можно ходить в героическом и эпохальном режиме. Насчет эпох плюс я что-то еще не в курсе. Увы. 1,3 миллиарда при 43-м знании, при условии закрытого 17-го ключа. Ну, типа, закрыв 15-й, вы тоже получили бы 1,3 ляма. Окей, делаем вот так вот. И делаем вот так вот. Надеюсь, это не сильно ударит по моему танкованию и капу статов. Типа, я поднял хасты, но понизил крит. Важен ли мне крит? По идее, этот, кстати, немножко он важен мне. Но, ладно. 941-й эквип. Кайфовенько. Это классное улучшение. К тому же еще прокнуло на плюс 10 эквипов. Ну, типа, прикольно. Не 955, но все же. Я доволен. Ну и могло бы скинуть там третичным статом или сокетом уж упасть. Почему бы и нет? Так, ну что. Теперь на воина открываем. А воину мне падают плечи ненужные. И ключик КЧЛ. Угу. Модификаторы текущей недели. Разъяренный, вулканический, тиранический. Хорошо. Так, хочу один мув небольшой сделать. Сходи к почтовому ящику. При ДК. Сколько выслать? 1600, да, я думаю. Голды маленько упало у меня. В количестве рассказываю почему, потому что я решил купить жетонов себе и проюзать их для своего аккаунта. То есть я закупил жетонов, я продал их в магазин Blizzard и потом оплатил себе 6 месяцев. Вот и все. С 5 жетонов вы спокойно получаете подписку на 6 месяцев. Таким образом, ну сами там посчитайте. Путем логического мышления. Окей. Паладин, мне кажется, сейчас тринку какую-то классную полутает. Прям чувствую. Ну, это, конечно, не тринка. Но тоже классно на самом деле. 945-й. Что-то меня проками сегодня прям сыпет и сыпет. Ключик на собор. Мне интересно, вообще есть у кого ключи на престол Триумвирата? Ну, чисто так, ради прикола. Допустим, престол, триумвирата, эпохальный ключ. Нету. Ладно. Так, этот поясок отправляется в продажу. Раз, два, три. Отлично. Ну вот, даже эквип на твинках своих апаю, при этом ничего по факту не делая. Кайфовенько. Ну и все, последний персонаж, друид. Сейчас. Ох ты, какой поезд огромный. Это как, знаете, победителям в боксе за первые места вручают вот эти пояса. Такое же что-то по масштабности своей. Аналогичен. Ну, дурля бы, я не знаю, тринку какую-то, шапку или релик. По-хорошему. Падает плащ 35-й с самоисцелением. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Я одену его, почему бы и нет. Утроба. Угу. Угу. Ну, утроба-то ключ хороший. Надо будет его тогда апнуть. И как бы и все. И потом пройти десяточку самому, то есть не просить кого-либо помочь мне закрыть, а самому по своему ключу собрать. Так, а что у меня по чарочкам? А по чарочкам я сейчас себе не сделаю чарку, потому что у меня пыли нифига нету.
Окей, я ее потом куплю и реализую все это дело. Ну, как-то такой лут. То есть получается на вара бесполезная фигня, на ДК улучшение конкретное, на паладина улучшение, на друля небольшое улучшение. Сейчас еще вскроем эти две вещицы, которые я переслал, привязанные по Battle.net аккаунту. И диздим их. Получим кристаллики и выйдем с этого персонажа. Ровно дня на три, наверное. Да, на самом деле у меня игра твинками очень забавно идет. Я захожу крыть на них ключик, крою, и потом захожу в среду под запись видосика. И все. Ну, по факту твинки так чисто, если подумать, с целью растянуть видео. Ну, 941 квип на ДК. Ну а что получается? Я сегодня с Тигелем поработал, это плюс 15 квипов при первых улучшениях. И получается... Ну и шейка. Ожерелье яростной бездны. А я чекал и видел то, что это лишь единственная вещица, которая как-то полезна, что ли, на моего персонажа. Потому что все остальное у меня уже либо сетовое, либо в этом слоте легендарка стоит. Ну, либо тринка бесполезная. Хотя она в ОУЕ очень сильно зайдет, на самом деле. Это, можно сказать, дополнительная лужа смерти и разложения, только в которой ты еще хилиться будешь. За счет того, сколько надамажит эта лужа. Такая, ну, типа, почувствуй себя ДК, при условии, если ты не играешь на ДК. Вот. А ту голду, которую я переслал на своего ДК, думайте, зачем я ее переслал. Всех вам благ, как говорится. Счастья там, здоровья, легендарок побольше, проков хороших. Мне, видали? 2 на плюс 10 прокнуло. Вот. Чтобы все у вас, как говорится, было хорошо. Если у вас будет все хорошо, ну, значит, и у меня, скорее всего, тоже будет все хорошо. Особенно, когда я прокачаю 66-й уровень артефакта. Это будет кайфовенько. Да. Сразу смогу прокачать себе второй релик, вторую полосочку, и будет все прикольненько. До скорого. Заходите на стримы, не теряйтесь.